Добрый день, мои любимые подписчики. Не могу пройти мимо. Бегу на Молдэкспо, но увидела уже издалека. Вот они все тут, утки. Вот. Парень бегает. Сейчас я подойду туда ближе. Ой. Пока есть возможность. Хочу пойти туда на выставку. На Молдэкспо. Сегодня же первый день выставки. С 31 по 4. Сейчас я быстренько хоть одну вижу. Ой, сколько их тут. Да? Подтаяло озеро. Хоть немножко им полегче. Ой, купается. Вот эта птичка. Вот полетела она. Камышовая, да? Вот они. Красавчики тут. Греются на солнышке. Кто купается, кто греется. На этом маленьком озере. Да, потаяло хорошо эти дни, да? Вроде бы ночью мороз, как будто еще сильнее. Одни плавают, другие да, на льду катаются. Да, да. Греются на солнышке. А такие все жирненькие. Пузатенькие. А вы там были, там их много? С той стороны не были там? Там тоже. Тоже есть. Вот чайки. А откуда вот чайки у нас появились? Вы видели, вы заметили, что много чаек у нас? Не было раньше вообще их. Да. Из-за климата, не знаю даже. Но так интересно. Да. Ой. Столько чаек. Я первый год вот этот видела. Чайки появились. Раньше их не было. Даже летом я их не видела. Заблудились, может быть. А были лебеди здесь, знаете? Нет, я только читала. До того красивые, да? Были, потом исчезли. Да. И причем исчезла вся стая, а один остался, видно, было, ага. Был покалеченный, ага, или что. Ага. А потом и он исчез. Понятно. Они там были. А я читала вот пару дней назад, читала, что лебеди. И вот когда в понедельник пришла, ну не было. Не было, не видела. Лебедей сейчас я не видела. А вот сейчас была статья тоже где-то на одноклассниках. Здесь я лебедей не видела. Не видели, да? Нет. А раньше были, вот там, на той стороне. Да. Такие красивые, целая стая. И потом все улетели, один, я так поняла, что он был там покалеченный. Или и остался. А потом его исчез. А я была на прошлой неделе на Скулянке, и там женщина тоже говорила, что два лебедя, и один даже какой-то рыженький был. Да, такой, говорит, красивый, хотела сфотографироваться, но там одна девушка сфотографировала ее. Тоже была вот парочка там. А утки какие красивые. Да. Зеленые, да. Посмотрите, вот это. Как они в такой ледяной воде купаются? Вот это чайка, да? Да. Вот они. Таких много. Но это одна. А там их много. Вот туда дальше, возле пляжа. Там их много. Но они сюда перебрались, потому что здесь подтаяло. Здесь потеплее. Да. Сейчас я пойду тоже туда, пройдусь. А я снимаю на YouTube своим подписчикам. Красота. Да, пусть посмотрят. А я бегу на Молдэкспо. И уже думаю, ну... А Молдэкспо есть что-то там? Ну вот сегодня выставка ж первый день. Наши производители с 31 по 4 февраля. По 4? Да. Туда я еще успею. Да, успеете. Только сегодня первый день. И я издалека шла и увидела, что они все здесь. И думаю, ну хоть сниму для своих подписчиков. Да. Угу. Всего хорошего дня. До свидания. Да, вот и тоже лебедей хотела. Ой, кричат, все возмущаются. Тоже лебедей хотела, как говорится, увидеть. Но нету их. Ой, как они скользят, да, такие оранжевые лапки. Все, всем хорошего дня. Больше положительных эмоций. Приходите, не пожалеете. Кто с Кишинева, обязательно приходите. Смотрите на них, идут. Гуськом, да? Ой. Эти серенькие, наверное, уточки она, да? А вот эти, которые с зелеными, зеленой головой, да? Вот эти покрупнее, серенькие. Это, наверное, он.
Ну все, ладно, все, бегу я на Молдэкспо. Все, всем хорошего дня, здоровья. Ой, дерутся. Хорошего дня, здоровья. Берегите свое здоровье. Приходите обязательно сюда, на Комсомольское озеро. Все, всем пока-пока.